Ева Яснобулкова, ученица 3 класса, знает, как привести свою команду к победе. Вместе с классом она тренировалась 3 недели. Выучила команды «Равняйсь», «Смирно» и на осмотре строя песни, который прошел накануне в 29-й гимназии, получила 3 грамоты. Ну, я громче всех кричала, старалась, ну, тянула носки, когда ходила, ну, каждый день тренировалась. Мне очень нравится, я уже 2-й год командир отряда. Выступали ученики со 2 по 6 класс. Прошагать строем – это лишь ползадания. Нужно было еще и песню спеть. Представьте себя учеников 2 класса, и вам дают команду налево-направо кругом, песню запевай. Конечно, это сложно. Оценивали ребят жюри и приглашенные гости – ветераны, которые на собственном опыте знают, что такое строевой шаг. Ногу с оттянутым вперед носком нужно вынести на высоту 20 сантиметров от земли, а затем поставить твердо на всю ступню. Мне кажется, это ответственно, потому что дети готовились, они как бы, ну, свои силы приложили, поэтому, наверное, надо со всей серьезностью оценить их старания. Вне зависимости от оценок жюри, каждый участник показал главное для смотра умение – работать в коллективе. Екатерина Гриб, Матвей Мугер, Телемикс.